Сегодня мы приехали в село Котовка Магдалиновского района. Здесь очень большой детский дом-интернат. Мы приехали к этим деткам, чтобы рассказать им в простой детской постановке, что такое Рождество. Что Рождество – это наш Господь Иисус Христос. Мы поделились этой радостью, мы с ними пообщались, поиграли, мы подарили подарки. Мы благодарим нашу церковь, которая помогает нам в этом, что мы можем приезжать и нести это Евангелие детям этого детского интерната. Дети посмотрели наш кукольный театр. Мы сегодня сюда приехали и показали наш спектакль. Я очень рада, что дети посмотрели на христианский Тебе тоже показалось, что в этих ситуациях что-то не так? Тогда приходи на молодежку в эту пятницу в 18:30, чтобы не быть таким, как он. Хотим пригласить вас на специальное служение, посвященное теме «Любовь». В преддверии Дня влюбленных так важно понимать, что Бог думает по поводу семьи. На этом служении успешные семейные пары будут делиться секретами успешной жизни. Я думаю, мы успеем рассмотреть роль мужчины в семье, роль женщины в семье. И, возможно, рассмотрим какие-то конфликты, которые бывают в семье. Не так часто мы в церкви говорим о сложностях в семьях, но я думаю, что это будет хорошее время о том, чтобы мы разобрали несколько ситуаций. И это будет классное время получить ответы на вопросы. Ждем вас 18 февраля, 11:00, КДЦ «Днепропресс». Напоминаем, каждое первое воскресенье месяца мы традиционно проводим служение с хлебопреломлением. Каждое последнее воскресенье церковь поздравляет с днем рождения всех именинников месяца. Отметь свой праздник в кругу нашей большой семьи. Внимание! Воскресное богослужение 25 февраля переносится на субботу 24 февраля. Начало в 11 часов дня. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы ваши друзья и коллеги имели возможность услышать Слово Божье, для этого необходимо зайти на официальную страницу Церкви «Дверь Неба» в Фейсбуке. Нажать «Мне нравится» и поделиться. Теперь трансляция богослужения будет видна в ленте у ваших друзей.